Евро, выключите зажигание, выйдите из машины и ожидайте конец света стоя. У нас пробка, все выстроились, ждут конца света. И маршал на коне. Мимо проезжает он. Не пытайтесь покончить жизнь самоубийством, вот это гениально. Ускорить конец света для себя. Подобные происки будут решительно пресекаться. Кем? Чтобы не возникало паника, а вот туда встать нельзя было, блядь? Проводить учение конца света ежемесячно. Как вам это нравится? В условиях, приближенных к реальным. Ну все, блядь. Надо пойти медаль ему выписать. Молодец. Сайт веселое радио.ру, смс 88 70.